Не все библиотечные функции доступны напрямую из стандартной прелюдии. В стандартную прелюдию входят только те функции, которые используются наиболее часто. Однако существует много других интересных и полезных функций. Для того, чтобы получить к ним доступ, нужно импортировать соответствующие модули. Давайте посмотрим, как это делается. Если мы хотим, реализуя свой собственный модуль, импортировать какой-то другой модуль, в котором определены полезные и интересные функции, мы пишем директиву import. Директива import должна располагаться в самом начале вашего файла исходного кода, после заголовка модуля. После директивы import следует имя интересующего нас модуля. Например, мы можем импортировать модуль, который зовется datachar, и получить доступ к ряду полезных функций, которые в этом модуле определены. Ну, например, мы можем написать следующую функцию, функцию тест, которая не принимает никаких аргументов, и вызвать функцию из модуля datachar, ну, например, из digit. Функция из digit принимает символ и возвращает логическое значение, истину, если этот символ является цифровым символом, и ложь в противном случае. Ну, в данном случае семерка является цифровым символом, поэтому тест возвратит нам значение истин. Переходим в консоль, запускаем интерпретатор. Передаем в качестве аргумента имя модуля. Модуль загружен. Теперь мы можем проверить, как работает наша функция. Вызываем тест, возвращается значение истина. Если бы мы не импортировали модуль, мы бы доступ к функции из digit не получили. Импортировать модуль можно и напрямую из интерпретатора с помощью той же самой директивы import. Например, для того, чтобы получить доступ к библиотеке комплексных чисел, мы можем написать директиву import и получить соответствующий доступ, если правильно набрать имя модуля. Для того, чтобы выяснить в точности, как модуль называется и какая функция в каком модуле присутствует, мы можем воспользоваться стандартной справочной системой Haskell. Этот инструмент называется Hoogle и доступен через интернет. Либо Hoogle может быть установлен локально и вызываться из интерпретатора.